Какая я была умная, что успела купить принтер до повышения цен. Подумала я, распаковывая посылку. При этом еще не знаю, что меня ожидает дальше. Ну ладно, давайте по порядку. С коробкой я справилась на ура. Тем более, вы же помните, как я распаковывала зеркало несколько часов с помощью молотка и стамески. Ну так вот, коробка принтера и его упаковка — это детский лепет. Но самое интересное началось после. Когда мне нужно было его подключать. Этот принтер имеет Wi-Fi модуль. И с помощью него можно распечатывать файлы даже с телефона. Это, конечно, все классно звучит, но инструкцию нельзя было подробную положить в коробку. По итогу я потратила целых 2 часа на его подключение. Оказывается, его надо было подключать к Wi-Fi на 2,4 ГГц. Ну и, соответственно, телефон одновременно тоже. Короче, подключила я его, все печатает, но моя радость длилась недолго. Спустя 1,5 недели у меня закончилась краска, которая стоит сейчас так же, как и принтер.